Интересно, если я сейчас переверну, у меня так же вылетит все? Не знаю. Тестим? Смотри, проверяй. Работает. Смотрите, прикол. Смотрите. Это хуйня. Если же мы живем не в матрице, что это такое? Первое слово, которое ты прочитаешь, то и услышишь. Давай, Корнелиус. Привет, ребят. Второй раз, смотри. Матрице, ты прочитал какое слово? Коронавирус? Слово, теперь смотри, теперь направо смотри, это налево. Давай, Корнелиус. Да, я знаю, это жестко. А как так работает? Хуй пойми, блядь. Ой, ребят, привет. Да? Ты помешала? Помешала. Привет, чатик, кто не был на стриме у Егора. Мы только что, ну, вряд ли, вы, наверное, все были. Я вам писала в телегу. Короче, мы приготовили рис с овощами. И сейчас будем его кушать. Ар! Спасибо. Thank you. А есть огурцы? Да. Это не может ничего. Сейчас сделаем красиво, блин. Не... А, есть... а помидоров нет? Нет. Ну, да, ну ладно. У тебя крутое, ты чего? Это я еще 30 FPS поставила, потому что переживала за переворот. Переживала за переворот. Спокойно. Маленький ребенок, кусочек ребенка, маленького, халёсенького, маленького ребенка. Так, ну что, Бубы? Ну что, мои хорошие? А как тут все? Вот так. А как это? Ну, а ты свет включи тут еще? Аво. Капец, у меня квартирка-то. Сок. Кошмар, у меня губу раздуло вот тут, вонючую. Ну что ты уже переживаешь? Ну что же? Слушай, знала, я их вчера купила в Азбуке Вкуса, я сейчас сама в шоке. Я их реально вчера в Азбуке Вкуса купила. Мы не будем показывать? Да, все хорошо, красивые огурцы очень. Капец, Азбука Вкуса подлил. Без огуречку. А ты что? А у нас эти гнилые огурцы. Я испугалась. Что? У тебя голова болит? А, горло. Дай таблетку тебе. Дай таблетку тебе. Ютуб будет без блогера, вы, блядь, вообще в своем уме, нахуй. Вы оставляете ютуб, блядь, на кого, нахуй? Мистер Бескан. Ну, пиздец. Он снимает раз в месяц. А кому это такое? Мне. Мне. Мне тут одинаково. И что, как там? Да, сейчас Максиму покажем, что там происходит. Максиму покажем. Смотрите. Уйди, тебе нельзя смотреть. Зайди, чатик. Чатик, зайди. У меня полное ощущение, что в школе на кузах у девочки где-то. Чатик, какая. Ой, чатик вас задумал. А ты тогда должен в Париж. Смотрите. Что вы там делали, табуретки? Это был мы период, приготовили. Мы просто стругали дерево. Здесь какой-либо форма, просто стругаешь дерево. Это мы приготовили. В чем смысл? Ну, блядь, это тут дровяку. Нет, реально. Еще чуть-чуть, я думаю, прям совсем чуть-чуть, и будет хорошо прям. Блин, как же аппетитно выглядит. Ой! Как же аппетитно выглядит, вот, ребят. Это уже не то, что было похлёбка. Как же оно вкусно выглядит. А вот такие получились у нас блинчики. Панкейки, да. Без муки, без всего. Выглядит неплохо, кстати. Выглядит, говорит, неплохо. Как вам чатик такой лайвик? Вкусняшка. Спать хочешь? Ну, сил нет. Из-за того, что болею еще чуть. Голова болит. А у вас есть что-то пропластить? Я уже стримить не мог. Уже, знаешь, телефон держать не мог. Сори, чат, я это, типа, такое еще на болезненном вайбе. Ну, я, кстати, я просто спать еще рано стал. И проснулся сегодня рано. Поскольку? Я не помню. Честно, но рано. А что для тебя рано вообще проснуться? Вот интересно, да. 11. Утра? Рано 11? Для меня рано 10. А обычно ты, то есть, а как обычно, сколько встаешь? Час. А ложишься? 6. Все, ты так мало спишь? 6 до часа. А, нет, 7 часов, все нормально. Ну вообще, ну 6 часов я сплю. Ну, норма 7-8. Юнока, есть чайку? Есть. А можно нам чаечку? Можно! Тебе надо чаю с медом. Да, или без меда тебе?
ППшный. ППшный. Чел. Чел. Ребята, там так вкусно выглядит еда-то наша, что просто хочется ее реально. Еда-то наша. Еда-то наша выглядит супер. Чатик. Куда, Егор? В магаз. Зачем? Куда? Схожу в магаз купить вам что-нибудь. Зачем в магаз? Зачем? Да, блядь, просто захотел, ну, знаешь, типа, одеться нахуй. Что за куртка? Да как... просто, блядь, ушел. Вся курочка. Похоже на Гуччи, да? Это что, это Баленсиага Гуччи? Да. Это вот та, которая? Да, которая, которая, блядь, так ее хотел. Ты куда-то ем? Вам так же, я похожа на Гуччи. Вам вам что он просто? Да решил одеться, блядь. Хотел, знаешь, типа сесть, так смешно, пиздец. Типа ем панкейки, нахуй. Так, типа. Да. Не знаю, что мной движило, ребята. Мне очень смешно, реально. Движило. Замерз. Ты куда-то хотел сходить? Дрю, нихуяки, а? Ты куда-то хотел сходить, взять. Блядь, а я вот, кстати, такие очки потерял, нахуй. На съемке, блядь, Таро. Это он их сорвал. Реально? Нет, конечно. Я купил за кровные денежки. Не надо, обожайте лицо. Ну дай посмотри. Да не дам. Почему? А хочешь, возьми эту. Кого? Да нет, я ничего не трогаю. А как это засунуть? Вот. Все. Ты просто так еще чуть-чуть из стрима мне выключила. Да хуй знает. Все. Круто. Круто. Спасибо за помощь. Там пишет, да? Да. Он там стрим выложил? Да. Круто. Не-не-не-не-не, туда нельзя, тебе родничок. Запретил, да? Ну, конечно, он уже своего нахавался. Нахавался. Куда он чужое пошел? Чипс. Кися. Так удобно с этой штукованной. Чатик, ну что, вы готовы? Сейчас будет мукбанг, мои хорошие, ваш любимый тип контента. Сейчас будет, сейчас все сделаем, мои хорошие. Сейчас будем жевать. А? Мукбанг. Знаешь, что такое? Нет. Это когда жуют. Когда жуют, да. Это звук только как ты ешь. Правильно? Нет, они комментируют. А, они комментируют, еще я не знал. Сейчас мы будем давать комментарии мне по этому поводу. Я, ну как будто бы уже можно. Подержи-ка. Ты не смотреть. Ты не смотри. Давай, вот они посмотрят. Блин, на самом деле, ты как-то понял в пол. Дмитрий Масленников. Блядь, еще. Я просто, знаешь, не всматривался в нее. Чуть-чуть обожглась как будто. Все, Ян, выпарилась. Ну, все, я случайно, мне больно стало, поэтому смотрелась. У меня... Не ищи оправданий своим сквернословием. Так сильно ногти нагреваются. Ох, и повара пишут. Ну, да. Все, я вырубаю, Ян. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Все. Все придумала. Спасибо нет. Нашим поварам, что нам лагере. Сегодня по хуям. Ты же в детском лагере. Вам вы бывали в детских лагерях? Смотри, уже что случилось у меня. Да. Аккуратней. Надо быть. Обожглась? Я обожглась. Я получила ожог третьей степени. Тент бамбу. Давай. Спасибо. Тут холодно. Да не, чатик, нормально живем. Смотри, у меня прическа как у Джимми Нейтрона какого-то. Любитель ракет. И сладких конфет. Малышка, герой приключений. Чатик, а сколько вас тут? Он маленький супергений. Спасибо, спасибо, вижу. Выглядит прям чётенько, да? Выглядит зожненько. Немножечко чётенько. Ты знаешь, что мем? Так, всё, держи, сейчас буду накладку совершать. Божечки, господи, хоть бы это было вкусно. Если это невкусно будет, это нам придётся всё равно делать вид, что вкусно, потому что это мы готовили. Нет, вообще выглядит супер вкусно. Это будет штатив-то. А? Можешь накладку слышать? Может, вот сейчас все, он сейчас точно споет. Да. Аккуратно, она едет. Я набери руки, пожалуйста, сбоку. Да, убери руки, я помоляю. Господи, это просто такое здоровье в тарелке. Если бы не было на их мы просто готовили ПП. ЗОЖ. Достаточно же или больше хватит? Да хватит. Вот.
Мистер Бист продал, конечно, на... Супербори. Он все был? Да. Ножку побольше купить. Так вот. Она же отваливается. Мистер Бист? Да ничего самый нет. Самый популярный. Еще не отваливается. Самая популярная звезда из мира вообще. Слушай, а вкусная точка есть авто? Да, да, тут прям рядышком. Я же говорила. Всем привет. Всем добрый день. Я же говорила. Он маленький супергений. Я обожаю это изобретение. И мир он спасет от разрушений. Я вообще-то не очень. Я чуть-чуть. Кто популярнее? Мистер Биста? Да. Кристиан Роналдо как будто с ним на одном уровне. Мистер Бист же чисто для малыш, для возраста другого. Не все же YouTube смотрят. Бля, Егорик, вот сразу видно человека, конечно, на эту жизнь. Мистер Бист же пиздец, он, блядь, он как Кристиан Роналдо. Ну я подумал, что тебе... Да не, бро, ты что, Кристиан Роналдо знает все в любом селе. Мира. Так, я не понимаю... Этого достаточно? Сейчас я вижу, что она достаточно. Ну, я просто... Кристиан Роналдо, он всегда на втором месте. А? Кристиан для меня всегда на втором месте. Я даже не попробовали. Попробуем. Ну, это, мне кажется... Амина, как это? Отыгрываешь? Клянусь, очень вкусно! Вот. Ребята, да. Вот. Нет, это моя тарелка. А там у тебя что, вкуснее? Мне просто поменьше. И сладких конфет. Джинсы, кеды, модный гаджет, доступ в интернет. Чат. Чат. Ну, на секундочку, реально очень вкусно. Надо, ребят, давай попробуем. Вот. Спасибо. Сейчас вам тоже нарисовать. Ты решил на кульминацию хуй забить, помню. На кульминацию оставили стрим Амины. А есть вотер? Вода? Да. Реально, чат, вот сейчас кульминационный момент. Мы пробуем еду, которую мы готовили все вместе, да? Егор, как это ставить по-человечески, чтобы она стояла? Ну так, да. Ножки раздвигаешь? Кому-то еще воды надо? Что? Кому-то еще воды надо? Ну ты, блин, пошлая просто, я там подумал. Кому-то еще вода нужна, ну, ребята. Нет, первая проба пера. Как это называется? Кутя? Посоли бы чуть. Как это хуйня называется? Ну, блюдо. Кутя, когда с изюмом и на похоронах. Ян, ладно, сверху было вкусно, снизу как-то не очень. Ну так она без ничего вредного. Добавьте кетчуп, и будет сон счастье. Что? Настолько невкусно. Мне очень нравится. Вот и все. Правда? Да. Посмотри на него. Спасибо. Только... Да не, реально вкусно. Мило, реально. Я кетчуп с говорит, спасибо. Ладно, да тихо, я попробую. Я еще не пробовала. Да неплохо, реально, невкусно. Я думал, что, знаешь, будет типа супер сухо, но нет, нормально вообще все. Mm-hmm. Все нормально. Так мило. Это все. Это Егорик резал, так что вопросов будет не нужно. Ну, если по луку вопросы, то, конечно, ко мне. Вот с кетчупом... Не, ну есть можно, но очень сухо. С кетчупом супер. У меня не сухо. Сейчас бы вкусную точку, конечно. А тебе же нельзя, да? Ну блинчики, стой, блинчики топик-топ. Стоп. А ты, ну ладно. Топик-топ. Блинчики. Сладкие конфеты. Да, понимаешь блинчики? Они тебе понравятся. Егор, пойдем к нам сюда. Да, чтобы сядьте. Мы были как раз. Сядьте. Я один в кадре. Давайте. Ну вообще на заднюю просто, на шерика. У меня чата не будет, если что. Блин. А чат кто-то сможет открыть? Ёб твою ж мать! Чучело, блять. Ты, блин, так мило выглядит. О, давайте поиграем что-нибудь. Давайте. Кто быстрее это съест? Нет, спасибо. Не, ну типа не хотел эту игру играть просто. Так, вот чат. Кто тебе будет? Да. Нет, давай не буду пока.
Налить кому чаю? Только надо еще помыть две кружки, чтобы мы все пили. Но я не буду пить. Тогда не надо мыть. Тут и ребята мне просто поставили. Егор, будешь чай? Да. В чем мы можем поиграть? Это молочный лун, если что, поэтому он такой сильный. Да ёптес. Он может поиграть? Бункер. И? Нихуя мы не переоделись. Амина, что делать, если нравится девочка на один год старше? Что там такого? Не понял вопрос. Ну, если ей 15... Если ей год, то тебе 0, блядь. Не видел? Нет. Ну реально, в чё поиграем, да? Чё делаем? Ну, если девочку помладше. На один год. Это кетчуп острый. Давайте поиграем. Шутки, поиграйте со мной, что ли? Давайте в города. В города? Либо самое скучное. Всё. Наелся? Во что ты хочешь поиграть? Не знаю. Какую-то игру словесную? Да. Давайте словес. Я? Не, да, если вы умеете. Надоело? Нет. А что тебе? Ну, это идеальная совместная игра. Элиос пишут. Ну, ты просто сиди, не поиграешь особо ни во что. Давай, Элиос. Я никогда не. Ну, я что, это скучнотища. Это неплохо. Я никогда не. А что нужно делать? Загибать пальцы, если ты это делал, да? Вообще, там, ну, алкоголь обычно присутствует в этой игре. А у нас? Или это я так играла? Это ваша тема. Да-да, девчонки, это ваша тема. Это ваша тема! Ну да, но я же не пью. А мы, типа, пьем. Не, мы сейчас редко очень. Бля, лучше стрекат, иди помажь маслом, бля. Машка, блядь, помашь, Янчик. Ну, конечно, блин. Егорик, можешь спеть, даешь молодежь? Да. Джинсы, кедаю моды. Оставь это для меня. А, нормально. Не, я считаю, нормальная кормежка, реально. Урика только. Как вкусно. Да, очень вкусно, вау. Ну, не давись, если не нравится. Джинсы, кеды, модный гаджет, доступ в интернет. Все, это нужно мне, ему всего 20 лет. Даешь молодежь. Настроение в порядке. Даешь молодежь. От Москвы до Камчатки. А что не шепчется? Даешь молодежь на экранах России. Че, вы шептались? Больше двух говорят слов. Они думали, блядь, какие же они конченые, бля. Ионик, умница, написали. Ну, я наелась. Вкусно, да, было? Я специально мальчик положила. Ой, блин, я объелся, честно. А можно вопрос? Спасибо. Короче, просто мы сегодня такие запланировали кухинг-стрим внезапный. И девчонки решали, что будем мы делать сегодня. Да. Как пало решение на рис с морковью? Потому что это ПП. Да. Я предлагала лазанью. Я предлагала жульен. И мы долго предлагались, а потом такие, надо как еще хорошо, что мы не проебались и сделали нормальную еду. Лазанью бы, да, заточил сейчас? Не, ПП можно вкусно же делать. Покажешь? Ну да. Рекурант. Ну, блинчики вкусные, ну попробуй блины. Блинчики вкусные, они реально зачет. Можно еще медом обмазать. Это жестко. Что? Давайте все, отставим вот это, да, забудем, что это было, допустим. Да в смысле, оно реально неплохо. Не, я съела все, если что, ты видела? Модный лук, я звезда YouTube, ага, на канал зайди ко мне. Говорит, я съела все. Всю курицу. Если бы моя мама... Да ёпта! Это не курица, это индейка. Сейчас скажите, что индейка это курица. Нет, это разные вещи. Индейка, это птица такая, которая летает, по-моему. Кому? А, нет, это большая курица такая. Ну, это почти одно и то же. Ты говоришь, нет, это разная. Индейка, это просто большая курица. Но это разные, блядь, курицы. Ну да, но это
Это курица, она просто разная. Блин, ну блины, вот блины, скрасят вот. Наш вечер. Ага. Блин, на самом деле клубника с бананом, это так вкусно. Да? А сол... Или на фоне этой еды все вкусно. А есть? Убрать это, не, есть какая-нибудь тарелочка? Еще? Да. Спасибо. Просто знаете, вот клубника, вот зимой покупать клубнику все равно это, ну, бред, ёбаный. Почему? Я все время ем. Она кислая. Очень кислая, ребят. Одно и то же, но индейка более сочная. Блин, если что, ставь только такие тарелочки, глубокие. Простите. Там маленькие, так, они все запецканы готовкой. Да, я клубничку такую тоже возьму. Блин, спасибо. Да, могу. Ну, надо вот так прям бахнуть. Может, нутеллы? Нет. Было смело. Это было смело. Это выглядело больше вкусно. Ага. У меня есть. На канал зайди ко мне. Ага. Она уже у всех побывала в тарелке. Что? Побывала в тарелке. Подожди, у тебя не бывало. А у меня не бывало. Ладно, сложный мед выдавливаем. Но ты нормально выдавил. А? Ты нормально выдавил. Много я бы кусал. А теперь во вкусную точку. Есть нормальную еду. Было вкусно. Обнял. Ну что, куда руку тянем? Как переводится блад? А? Как переводится блад? Блад? Да. Кровь? Блад? Как через двумя О? Кровь. Ну вот этот тренд, типа блад. Да. Как это переводится? Типа ты кровь, сюда что? Хочешь? Нет, я думала туда. У тебя не получится, там прям тяжело. Ты в меня не веришь? Все получится, давай. Аминь. Спасибо, я. Егор меня не верит. Да верю, Египта. Ну можешь прям сюда нацедить, что ты? Угу. Аминь, дай сюда. Это все потому, что ты меня не верил. Дай сюда. Ничего не получилось. Даже капельки не упали. Я не стрим, хочу чай, тем временем именно сейчас. Так, подождите. Все, ребят, давайте. Ну, что за детский сад, штаны на лямках? Блядь. Это хорошо. Ага. Агасика. Ага. А у нас, кстати, на секунду, есть другой мед, который я не покупал, когда она болела. Показываю, нахуй. Четыре вида. Кубик Рубега. Кубик Рубега. Иди почитай книгу, собери кубик Рубега. Смотрите. Смотрите, друзья, у нас есть мед. Оно простое, со вкусом. Если кто-то не любит вкус меда, засахарился мед. Базовый. То малиновый медведь вам понравится. Малинкой вот мед. Давай. Также облепиховый, если горло болит. Хуяк. Там написано, если горло болит? Нет, просто но облепиха помогает. Апельсиновый медведь. Апельсиновый. И имбирный медведь. Ничего не пахнет. Ты чё, нюхай. Здоровьем пахнет, ну ё-моё. Чё-то я не чувствую запаха. Что? Чё-чё-чё? Горячим хапанул. А в чё вы не едите? А мы поели уже. Я съела уже. А, да? По одному ну, меня не влезает, но... Чё ты... Ты много ешь, я знаю. Я был с тобой в Дубае. Ну, в Дубае почему-то как-то хотелось хавать. Вас этот мед не впечатлил? Ты вон густой. Ну да. Ну да. Да. Диалог у нас с суперами. Ну, сладко, да. Что тебе надо, блин? Блин, да. Такой он красивый. Ну вообще. Что, ну что? Ну. Такой он индивидуальный. Милый. Он базарит? Да. Да. Не будешь ты такой, если ты просто понюхал. А сколько ему? 4 года будет скоро. 34 на человеческий, да. Угу. На человеческий 35. Реально? Или ему 4 года будет 19 февраля, у него нюха. Он очень умный кот, пизда. Но все коты этой породы одинаковые. Они внешние. Такой индивидуальный. Да, они нифига не индивидуальные. Самый симпа. Ну, конечно. Да, так каждый говорит про своего. Ну да.
Ну, если бы у тебя был кот, ты бы не говорил так про него? Нет. Не, да еще. У меня самый стандартный кот. У меня самый некрасивый кот. Он рычит, кстати. Ну, знаешь? Ладно, хуйня. Не говори. Когда ты говоришь, что самый некрасивый кот, сейчас звучит нормально. А вот если девочка скажет, что это самая некрасивая киска, то... Этот человек говорит, что я пошла. Ну, слушайте, давайте к этой шутке отвечаем так, он не хотел это произносить. Ну, согласен, вы меня сами думали. Мы его вынудили. Как и я шутку ту не хотела произносить. Вы вынудили, ребятки. Вы. Прям хочу, знаешь, а он съесть фольга? Ничего. Кунула вроде и не на вот. Не-не-не, я хотел положить фольгу на кухню. И проверить, как кот реагирует. Мне кажется, этот кот умный, он не будет так типа... Будет. Будет? Блин, а в чем прикол фольги? А кладут на стол, чтобы типа столов... Отучают котов прыгать на стол, кладут фольгу. За что коты еще огурцов боятся? Нет, не это боится. Про... Это проверяла. Это миф. Рик, блядь! Нет, это не миф. Отошел нахуй. Некоторые боятся, но этот не будет. Там же курица. Рик! Рик! Это что за наглость? Такая, а? Надо закрыть ее. Это что за наглый кот? Такой пушистый наглый кот. Будет, конечно, такой пушистый наглый кот. А можно чаечку? Еще, пожалуйста. Yes. Давай. Thank you. Yes. Это от фольга, типа? No. Нет, она просто закрыла. Она сама должна быть, нет? Нет, ну, зачем тебе это? Вот она, родимая, нахуй. Пищевая, блядь. Давай. Вот она, родимая, пищевая. Пиздай, ты просто будешь. На пол постели и посмотри, какая будет реакция. Это не та, это не это пленка, Егор. Да, давай. Че, поехали в вид? Поехали в вид. Что это? Вкусная точка. Как ты что не знаешь? А, бля, с кайфом. Вид. Едем в вид? Поехали. Ты стрим не вырубит. У меня есть идея. Скину с окна. Короче, рассказываю свою идею. Кто-то из вас берет, бежит, вызывает лифт. Когда приезжает лифт, я бегу быстро в лифт до первого этажа. До перезагрузки стрима у меня будет 3 минуты. Если в течение 3 минут я не выйду на связь, то стрим обрубится. А если выйду, то просто будет картинка разорвания сети. Так что успеть вполне реально. Короче, я не понял, так-то, типа, нахуй нам лифт вызывать? Чтобы она мечтала. Ну, типа, если ты по лестнице идешь, ты идешь по лестнице. Ты бежишь по лестнице, типа? Нет, чтобы она не ждала возле лифта. 3 минуты, она 3 минуты. Правильно? Бро, у вас подъезд. Короче, она 3 минуты ебашит по лестнице пешком. А, да, я понял. Нет, вас не ловит в подъезде. Чтобы она успела добежать до лифта. До лифта, все, я уже понял. Фух. Пипс. Какая самая известная песня у Пару Пика, блять? Геопик? У Пироки, сука, Пироки. Пирокинезиса? Пирокинезиса. Наверное, днями ночами, да, чат? Я не знаю. Там один чел спамит про него все время. А. Дарья, Алиса? Дарья Белл 13. Её нахуй длинули только что, когда я прочитал её ник. Чат, вы делаете мимик вот эту? Я все время в ТикТоке вижу эту штуку про... Какого-то такого? Да, вот это типа. Видели? Да. Как а там бабули, типа, взрослые, там, ну, по 50-60 лет. Коки, какой, по 70, там, типа, промот, ну... Коки, какой. И они такие сидят, типа, такие... Угу. Угу. Видите? Ты знаешь, какой мьюинг? Короче, когда ты язык прижимаешь к нёбу... Да. Туда. И от этого у тебя вот эта штука... Без подбородочка, типа. Да, мне не нужно даже ничего делать. Это... Чтобы не было подбородка, нужно просто питаться в правильный зал ходить, блядь. Какое нёбо. Не. Ты хочешь? Да. Бабушки. А что такое себе чат забрал? Да. Спасибо. Это правильное положение языка в покое. Что? Ричард, мы тебя оставим мыть тарелки, тебе нужно перемыть. Или есть, блядь. Хотя вообще не Ричард зовут. Перемойте, прикиньте, приходим, а он реально моет губочкой такой, да, боже.
Бочки, ну какой же ты милашка! У тебя, чтобы был правильный блинус, нужно с ним либо родиться, либо с помощью Брекси как-то это, собственно, устроить такой небольшой прованс. Го через окно. Пустишь, я уберу, нету веревки, мы думали, что никак все не сожрал. Реально? Да. У нас был план. Была бы веревка, мы бы спустили. Пох, пох. Люблю на виду себе так, будто мне пох, пох. Сделаю тебя. Ой, ё-моё. Я на самом деле объелась. Пох, я в школьной столовке. А ты, кстати, реально, они когда выражают симпатию, они вот так бодаются. Чат, чё, мы едем в ВИД? Вы хотите в ВИД? Куда? В ВИД. Да. Чё, вы поможете меня прибрать? Нормально. Человечек спрашивает там. Ну вот с ними и езжай. Они хотят, а вы не хотят. Вот и езжай, а мы здесь посидим. Ты придумал, что все в порядке? Я придумал еще час. Не, можно доехать, как хотите. Если есть силы. Поехали, поехали. У тебя нет сил? У меня? Mm-hmm. У меня нету. Но я готов купить 4 бокса. Только 4? Только 4, да. Курну, но вроде и не навоз. Даже где-то это взять, масочку. Такая как у нас вы? Же там АА что? А, да, зачем? Идеально. А мы на Егорик Монтвей машине едем? Да, поехали. Значит, какие-то еще предложения? А? Есть еще предложение? Ну вот кто это оставляет один блин? И один ну, кусок съел, банана? Я съел много. Вот, Егор! Блин! Я тоже много съел. Егор, давай! Что ты самая мама, давай, мама! Давай, ну давай! Мама, я мама! Я объелся много. Давай! Да нет, Яна, ну отвали ты. И сама съела. Ну кому же там? А куда ты это понес? Реально? Сколько у меня зарядки? Серьёзно? Чатик, у меня 16%, поэтому мы стримим, пока у меня не сядет телефон. Подожди. Есть где? 15? 15? 15 у меня айфон. Капец, мы засрали просто всю мою кухню. Чатик, я не красилась очень давно, я болела. Не знаю, я как-то накрасилась и как-то мне как будто мне серо очень не нравится. Что, ну как... опять у нас просто? Ну не так много. Просто. Деле. Ой. Какой няшности хочется какой-то. Ну тогда самое вот такое. У тебя одна игра? Или одна один диск? Давайте Валя сыграем. Мы потом. Что делаем? Вот. Мы едем по кусочкам. Про кота. Мне играть пик. Ты играл, кстати? Да. Ну, да, я играю. Прикольно. Как? Прикольно. Чатя, вам интересно было смотреть, как мы готовим? Типа, ну, как скажешь, что да? Пауэрбанк у нас нет. Можно... Есть пауэрбанк? О, вот да. Это офигенно! Каждый слово персонажа играет. Прикольно. Видимо, не мог. У него охуенная коробка. Что? Ты ничего. Что есть? Пауэрбанк. Ну, нету. Чай, ребят, подождите, я буду... И Спайдермен 2. Стрим сохраню, да. А, ну вот еще один у меня Фанкрай. Ну мы реально не снимали кухню. Егор злой какой-то? Нет, не злой. Мы кухинговали нереально. И вот эта игра. Horizon? Знакомая еще. У меня теперь носочки черные. Грязные. А также у меня есть вот это. И вот это, конечно. Вот. Вот так мы готовы. Воу, как же смотришься круто. Миллион напитков. Вау, что? Так что? Я ничего не поняла. Просто. Егор, ты злишься? На кого? Просто. За что? Ну, у тебя хорошее настроение? Да. Егор, что вышел с... Чат говорит, что ты в плохом настроении как будто. Егор. Я говорю, что нет. А пишешь, что ты просто голодный. Ты не наелся? Не, я наелся. Ему просто плохо же, болит горло. Ты вышел с чего там? Ты поняли, заходил? Чатик? Да. Ты вышел? Все хорошо. Ты заходил, нет? А я заходил. Или нет? Ну, в Кику. В Кику? Спасибо. Ты что, заметишь? Очень. Че, едем реально? Crazy. Да. А мы сюда вернемся? Не знаю, нет. Может, да. Ну как хотите, ребят. Наш дом, ваш дом. Надо зайти, мне будет за пакетом. Зайдете, че вы? Ну, Амин, зайдешь просто. Капец, вас оставили. Егор! Что, мы с тобой поедем в подземный? А мы на первый. Окей. Бля, смотрим на кота, пока не вернется Амина.
У меня? Нет, чьи? Это же Яня. Я по какой размер ноги? 33? 36. 33. Так маленько выглядит. Омин тоже 36. 36-37. Просто пожалуйста. Просто пожалуйста, чат. Ой. Ой, прости, Рик. Размер ботиночка Яны и размер моего. Ну, кстати, не сильно. Да не сильно. Вживую как будто бы кажется. Да, вживую жестче выглядит. Вот так кажется. Вроде не на вот. Такая вот кошка. Так что мы делаем? Нам что делать? О, примерка! Покажи, Егор! Блин, а тебе идет. Не, я говорю, это куртка, она вообще пиздец. Raw with the mob, Hamdu Allah, checking with me, and do your job. Ferg is the name, when Baller did the chain, it's wonderful to watch. Percy playing the game. У вас есть уникальная возможность посмотреть, как я живу. Как я живу, блондинка в шоколаде. И посмотреть... Блин, какая там дальше фраза у него была? Как жить не надо, что-то такое. Итак, это гостиная. Вот так вот не надо. Гостиная, вот такой вот комфортабельный диван. Диван реально комфортабельный. Я на нем когда-то смотрела очень крутой, интересный фильм. Телевизор. Жидкий. Чат. Через 2 минуты внизу. Окей. Далее. Я хочу пипи. О, нет. Идем сюда. Садим вот тут по центру. Ладно. Вот сюда иди. О, божечки, если они меня не будут абьюзить. Я же не стример. Тебя навести. Привет. Амина пысает. Я не стример. Помогите. О боже. О боже. Всем привет. Что за порода кота? Это абиссинский котик. Сейчас Амина быстро сидела сделает и вернется. Ребят, все, уже пошли? Да. И мы должны потом прийти. Правильно я понимаю? На зарядку поставь. А этот? Кто-то хорошо подметил. Я видел мою сумку. Не по меню. Посмотри в гардеробный. Сколько котику лет? 4 года будет. 19 февраля у него будет днюха. Я не могу поставить эту. Этот. Так как его? Штатив. Она пришла, все. Я пришла, чатик. Что вы скучали? Я на мама. Почему? Ты мама. Мама. Мама Яна. Моя мама. Не моя мама. Ян, а есть сладость? Уникальная возможность. Что? Белые носочки есть. Это у меня так грязно? Угу. У меня просто... Знаете, я не люблю, когда в квартире много света. Смотрите, как так симпатично. Факт. Факт. Чё-то я болела целую вечность как будто. Амин, у меня есть такие носки приличные, но они 39-42. Ну, пох. So Mario, а зачем тебе чистые носки? Чтобы надеть. Если просто. Я соберу. Чтобы надеть обувь чистыми носками. А ты надеть. Оу. Ребят, у меня тут Рита. Носочки-то. Носочки-то Рита. Носочки. Так я, ты понимаешь, если уже будет бежать до лифта. А что, зачем мне бежать? Просто крикнуть. А дверь закрыта на ключ как? Ты. Ай, что так сложно-то, ёбаный? Да все не сложно, я закрою, давай. Сделаем это дерьмо. Остаешься тут и... Мы сделаем это дерьмо. Не жри курицу, спасибо. Так, чатик, я вас положу куда-нибудь, чтобы пока обуться там все вот эти приколы. Амин, хочешь белорусскую конфету? Не. Спасибо.
А где моя куртка? Амина, вот здесь. Вот тут же шкаф теперь у нас. Заметила изменения? Не заметила, кстати, сначала. Так, ну что, дорогая? Сейчас. Так, чатик. Я поела, у меня столько сил. У меня наоборот. Сил нет. Ни единой силы у меня, ни одной, ни штучной, ни штуковинской силы, чатик. Ладно, я поела. Зарядка у меня еще нету такой функции. В смысле, какой функции? Зарядочной. Почему? У нас в машине есть зарядочная станция. Да? Ну, в смысле, есть там провод зарядить, можно поставить на зарядку машины. Так. У нас с Аминой есть... У меня такой же чепчик, короче, как у Амины, только у Амины покупной, а мне подушку связала. Сейчас покажу. Ну, она круче, чем я. Да нет, почему? Ты круче, у тебя деньги есть. Это просто работа. Но он уже весь, короче, чуть распотрошился. Ну, быстро показ. Смотрите. Случайно так вышло. Не сговариваясь. Ой. Конец. Хорошо, как... Хорошо-то моему герпесу-то стало. Ненавязчиво так резко. Че, let's go? Сейчас я обуваюсь в очень долгие ботинки. Я обуваюсь в очень долгие ботинки. В них тоже залазит иногда. Дымок! Так, ладно. Ключи. Вот этот телефон. Телефониус, телефония, сотовый, мобильник. Ну стой, тут я пошла. Такая заза. Стой, тут я пошла. Давай, слушай. Так, давай ключи. На какую закрывать, показывай. Вы тут крутишь, проверишь. С этой машины выключать сейчас. Давай. Крикнешь мне. Сейчас мы с вами будем чат бежать по этому коридору. Давай, жди меня, бегу. Сейчас вы пропадете. Имейте в виду, что сейчас не будет связи. Так что до скорого. Скоро увидимся. Буквально пару минут. Сейчас. Бегу, бегу. Убежали. Все. А, я даже связаться с ним не могу. А куда они подъедут? Ну, надеюсь, сюда. А чего ты не можешь? Все, чатик. Мы вернулись. Ты не можешь, типа... Как до пацанов дописаться теперь? Не знаю, у меня сел. Я даже не смотрела. Пойдем искать. Ну, они же сюда должны приехать, но куда они еще приедут? Ты уверена? Ну, конечно. Чатик, ну, все нормально? А что было, когда нас не было? Ну, типа, что писала? Просто, типа, эфнула, и что-то было на экране или не было? Ничего не было. Окей. Ой, дует так. Может, зайдем? Блин, ну... Надо что-то делать, да. Чат, а как дописаться нам до пацанов теперь без телефона? Я просто молодой человек телефон позвонить. Ты помнишь, наверное, наизусть номер? Я тоже не знаю наизусть их номера. Ты гашку не знаешь? Нет, это ползайте. Там может тоже связь пропасть? Да, прям тут. Что же нам делать-то? Вот и съездили. Да сейчас они приедут. Ты думаешь? Ну как? Тут один выход из нашего подъезда. Или что, они думают, мы выйдем в парковку? Ну, не знаю. Нас бросили. Ну, сейчас спрошу у консьержа, может, зарядка есть. А мне и зарядка. А, вот я дура.
Чатик, надо расклеить объявление. А, который час, поздно уже? Я не знаю. Чат, сколько времени? F пишут, входим. Тут не ловит вообще. Чат, чтоб... Они же должны понять, что надо сюда подъехать. Чтоб ловило, нужно мерзнуть. 21-21, все окей, сори. Чтоб ловило, нужно мерзнуть. Ты не можешь, да, как-то присвернуть? Оно вырубится, да, сразу? Да, не могу. А у тебя второй телефон есть? Нет. Ну, дома. Вот тебе и дымок. Пошел по комнате дымок. Блин, это дымок. Вот именно. Чего не так долго? Кто-то вам салам. Альтам в ответку пополам. На-на-на. Я не решила без нас просто поехать. Ну не додумайтесь, если что, зайти тебе на стрим и написать что-нибудь. Вот именно, чат. Они еще... Никто не писал еще из Егоров? Может, они их не ловят там внизу? Как холодно, да? Кошмар дует. А тут не дует, реально. О, тут не дует, кстати. О! Вот они. Ну и что, мы паниковали? Ну да, вот, знаешь, я... вот такие, ну, просто стилички. Паникерши, я бы сказала, лютые. Вот такая вот у нас. Такая фишечка. Откроешь? Такой вот мистер Бомбастик, бомба фантастика. Или экстрим? А? Нет. Или экстрим? Что? Нет, не люк. У меня сел телефон, и мы думали, а как вы... Как дописаться-то до вас теперь? А, что? Нет. Перезайди, у меня все нормально. Ну, вот у меня чат идет, все окей. Почему? А может, тебе VPN включен? Тут свет, Егор, а... Чат, меня же видно, слышно? Все окей. Вы тут? Мин, включите там свет. Мне вот тебе пишут, что все окей. Да что нет, я заднюю вспышку вот так. Откуда дует? У тебя холодно там? А, окно открыто у меня полностью. Так у тебя еще 20 градусов, сделай побольше. А это что за такие движения? Это что за движения? Мы сейчас только что учили Егорика, как дрифтить. Ты учил? У меня получилось. Ну как, я ему сказал, просто налево, потом направо. У меня вот так твой стрим показывается. Странно, ребят, все работает. Я... А, у тебя... У меня сел телефон. Я не туда поехал, мне же там же я не смогу. Я не туда поехала. Не кричи. Я не глухая. Вот это гнило перекошено, не кричи. Я не глухая. Ты хороший, я плохая. А ты хороший. Зарядка, что, зарядка? Я плохая. Да, у меня мало зарядки просто. Что? У меня мало зарядки. А сколько у тебя зарядки? 20%. А, нормально. Не кричи. Дядик, мы еще минут 20-30 побудем с вами и уже гоем на боковую. Да? Мисс Уэсти. А будет some like music in this car? Is it possible to turn it on? Thank you so much, guys. Егорик, не мешок с картошкой везешь, будь осторожней. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, как вы думаете... Егор, не мешок с картошкой везешь? Просто были куча ямы. Что мы думаем, как мы думаем? Кому можно Диме Масленникову поставить в пару битву треков? Суд идеальный вариант. Ну вот кто может быть в команде Масленникова и кто может быть против него? Чат, как думаете? Ну, в команде Масленникова может быть Сударь, кто еще? Плюс один. Даня, куда не умеет петь. Даня куда умеет петь. Да, да, он хорошо, хорошо поет. Очень, очень хорошо. Получается, Дима Масленников, Сударь и Даник против. Дима, ну, надо еще какая-то такая команда. Да, когда хозяева, по идее. Хотя нет, возможно. Хозяева не Ютуб. Ну, хотя Ютуб уже. YouTube? Хотя Ютуб уже, подожди. Кто из них поет? Кореш поет? Ну, блин, они все против музыки. Как понять, против музыки? Ну, я их звал на битву треков, и они все такие, бля, нет, все связано с музыкой, нахуй. То есть у них только кореш поет, а все остальные как-то к этому так себе относятся. Там еще какая-то, ну, по-моему, надо команда, которая как-то вместе все время тусуется. Диппинс пишет. Ну, Диппинс не челчь. Не челчь, да. Хотя, нет, мы не можем поставить Диме Масленникову, мы не можем поставить ему Сударя и Даника. Почему? Потому что...
вообще концепция три разных человека. Ну да, не близкие друг. Типа один, который артист, один, который не поющий, типа, ну, блогер. Один другой, типа, я не поющий, типа. Вот и разобрались. Говно. Не, ну по сути, ну концепт такой, что плохой поц. Да. Он, мне кажется, такой движет. А он операцию все сделал недавно. Он сейчас, я думаю, в ближайшее время останавливаться будет. Масленников, плохой пост, ну, блин, как будто... Супер. Ну, блин, ну, слушай, Егор Крид, Егорик и Тендер Лебое, это тоже было странно. Ну, слушай, нет, ну, как будто бы... Бля, нет, на бумаге вообще не Таро. Ну, что? Ну, на бумаге, если увидеть наши имена, ну, не будет ощущения, что будет суперхит. Понимаете, о чем я говорю? Стоп-бан. Пишут Рагда, Якадзе, Будда, Кока. О, Кока. О, Кока. Эксиль? Это тоже хозяева жить. Кто? Эксел. Эксел. Бузова. Здорово. А, Егор! Они за нами летят. Подожди, да, стрим-снайп. Стрим-снайп, жесткий стрим-снайп. Блин, а где тут поворачивать направо, я еще не помню. Я, если честно, чуть-чуть сначала, ну, в такое жесткое недоумение впало. Да, знаешь, типа, я почувствовал на секунду, что я в Лос-Анджелесе. И если вот так с тобой рядом машины, и там откроются окна, то там точно УЗИ, блядь, достается. И не маленький, блядь. Понимаете, о чем я. Бля, они реально за нами, такой бред. Они сигналят. Ты не туда поехал, что ли? Принято нас еще эфнуло, как будто фильм ужасов. Что? Еще и эфнуло сверху. Реально? Да. Почему? Не знаю, просто пишет эф. Что такое эф? F5 все. Ага, да, окей. Амина обязательно вспышку в лицо? Прости, пожалуйста, я не специально. Не, вообще просто без нее плохо? А без нее плохо, без, да. Ничего не видно. Я хоть и включилась. Они снимутся. Бля. Ты сделал хуже. Да. Бля, ребят, сори, мы просто сейчас заняты чуть-чуть. Попозже, может быть. Какой попозже? Они сейчас ехать за нами будут. А как он понял, что это твоя машина? Он просто увидел тебя. Он тебя увидел. Он тебя, да. А, реально? Да. Ну, бля, хотел с пониманием. А у тебя что, нет, они ровно? Не, пацаны красавчики, они пришли, приехали. Адекватные. Адекватные, даже не застрелили. В GTA 5 RP. В GTA 5 пиздец сразу. Меня бы первым прилетело, въебало. Ну, включай, включай. Не, включи вспышку. Давай я тебя поснимаю. Как тут? Ё-моё. Ё-моё. Яна пытается разобраться. Яна, YouTube-блогер. Поняли, все, уехали спокойно. Даже теперь жалею, что мы большие. Вам вот такая вот. Амина, включи песню. Блин, знаете, у меня сегодня вообще хорошая новость. Биткоин 50. Пизда. Он впервые вырос за последнее время до 50. А ты Егорику говорил. Да, я знаю. Я ему говорил, когда он стоил 25. Ага. Ты что, прикалываешься? Я реально вспомнил. Да. Я говорил, мы сидели с Егориком. Да. Я говорю, Егорик, бери биткоин, он сейчас 25. Ты говоришь, бля, ну ты что, дохуя. Я говорю, что прикалываешься? Потом он понял, за 30 до 40, да, да, сейчас 50. Вот такая вот. Ты не жалеешь, Рен? Жалею. Все, потому что ты тогда это сказал. Ну возьми сейчас. Ну, бля, сейчас это полный пиздец. Ну согласись, Я согласен. А когда у тебя выходит вот эта другая битва треков, которая уже снята? 16 или 15. Типа вот уже вот-вот. Не на вас. Сейчас попробую вот так сделать. Акулич пишут нодок. Так, вроде сейчас. О! Смотри! Женщина, ты все починила-то! Ой! Ты что, это нормально? Да, но у меня же герпес. У меня болит, у меня же герпес. Ой, спасибо, ты так хорошо снимала, что мне как-то... Да, уже как будто бы не хочется забрать. Как это не работает? Включи. А что, ты на меня не подписан? Подписан, ладно.
Молодец. Не работает, короче. Ну и ва, не ва. Я включила это. А, без VPN не работал? Угу. Что за бред? А включим дымок, пока будем ехать, пожалуйста. Уже... Опять? Ну, уже не может со мной без него. Да он заебал уже. Компании всегда есть два типа людей. Да, вот таблетку. Запустился с такой круговорот в чате. Это сейчас... Бля, реально, давай к таблетку включим. А можно платину послушать? А кто-то включит, что хотя бы Bluetooth? У него все. Егорик, пожалуйста, тебя просят 6 тысяч человек. Я тебе пишу Джонни позвать на битву треков. Давай я включу. Джонни идеально подойдет. А Джонни на битву треков? Джонни? Не его тема. А4. Ты говорил, что ты шаришь в этой теме. А4 надо против Егорика ставить. В одну команду. Устройство не найдено, класс. Смотри, поиск. Класс. А у тебя нет такого, что ты вот... Ты не любишь заезжать в какой-нибудь магазин техники, типа Ля Мвиди, или что-нибудь покупать? Позови чувака, который поет Нефертити. Я когда захожу в магазин техники, мне все хочется купить. Вот и дымок. А чё, нет? Егора, если позвать вот этого цыпка? Дымок. И цик-ципер? Да. Бля, ну это сильно. Это ж прикольно, он же сейчас. Против тебя, в одну команду их. А я не знаю, откуда он вообще, где взять. Да я думаю, что он где-то в Новом СНГ живет. Он, возможно, очень далеко. Мне кажется, он очень далеко. Приедет это уже. В любом случае вопрос решаемый, по факту. Это в любом случае вопрос решаемый, по факту. Натерла душу и кручничок. Ну, просто... Клаву Когу тоже просят. Просят. Предлагают. Are you my phone, I see ya? Are you my phone, I see ya? Жарко тебе? Ну там слишком... Затерлась своей жопой, и у меня... Еда. У меня тоже. Нет, чуть-чуть. А у тебя? Сука! Мне уже скоро снимать. У меня тоже, я в марте. А тебе? Тоже говорят, да. Ну, либо... Мы что, парни с тобой снимем, блядь? Либо в марте, либо вообще в конце весны, потому что там моменты. Здравствуйте, можно мой бокс? Ого! Это сильное видео, вот, блядь, на YouTube надо записывать, отвечаю. То легендарное видео, помнишь? Дайте нам, пожалуйста, картошку фри. Где-то я такое уже слышала. Бля, так охуёво, что ты сидишь и так перезнаешь навыков. Ебать, там реально я. Жестко, так жестко, что там реально я. Ой. Это так круто, прикинь. Подожди. Вау. Ты так, молодец. Я не осознаю всегда эти приколы. А когда вот вижу сам вживую, такой... А тут еще когда выезжаешь, там будет огромный постер с тобой, прятки СТС. Блин, да где ты, блин? Прямо здесь. Реально? Да, ну где да. Где Егор? Хочу поснять, и потом на Егора перевести, а потом мы подъезжаем. Так, такой ТикТок надо снимать. Режиссерский. Да. Охуенно. Я снимаю вертикально. Давай, давай, снимем и потом ТикТок выложим. Смонтируем и выложим ТикТок. Ты сука, ты понимаешь. Миу, миу. Малыш молчит, твоя киска сама все расскажет. Что? Рик и Морти полный. А что вы такого? Вы ждете, когда Егор появится? Да, да, это важно. Что нахуй? Только какая-то Маша и Медведь. Ты только окно опусти, чтобы... Маша и я Медведь. У нас это была вся компания, когда надо быть? У нас компания. Давай, давай, Егорик! Осуждаю. Осуждаю, блядь, телефон обоссанный. Егор, осуждаю, не поддерживаю. Осуждаю, не поддерживаю данное высказывание. Супер, сука. Хорошо, что тем каналом уже все было. Бо ты не понял, что ты запрет? Короче, все, расчинь. Осуждаю. Извините, я не хотел, случайно вырвалось. Да хотел. Нет. Мяу. Сейчас будет, ребят, сейчас будет. Мы ждем все еще Егора. Вы же тебе второй телефон. Да не. А что, о чем мы делаем? Ты просто снимаешь? Да. И потом переводишь на меня? Да. А я что говорю? А потом мы подъезжаем, типа. Ну что, просто? Просто. Не-не-не, ты говоришь, можно мне, пожалуйста, мой бокс?
Хорошо. Она такая, типа, чего? Бокс Егора Крида. Хорошо. Может, мы с тобой поменяйтесь просто? Вот, Егорик. Так, ну что, попробуешь, закажешь свой бокс? Let's go. Так, подъезжаем. Здравствуйте. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, мой бокс? Можно мне, пожалуйста, мой бокс? Алло? Можно, пожалуйста... Можно... Можно, пожалуйста, мне... Что в него входить будет? А, чизбургер. Чизбургер. Вам с чем? Мне, пожалуйста, чизбургер. Нам 4 бокса нужно моих. Напиток. А чай можно? А чай есть? Кола, фанта, спрайт. Давайте 4 спрайта. Окей. Ну и дополнительно просто возьми чай. И дополнительный чай, пожалуйста. Не надо, не надо, я не хочу. А, не хочешь? А, не надо чай. Все, норм? Норм. Соусы будут? Соусы? Ну, давайте 4 сырных. Только нам 4 бокса нужно, 4. 4 бокса? Какие грубые. Может, мы реально орем? Так. А они спросят ленту, либо... А там же коробка будет, правильно? Будет. Супер. Нам нужно 4 коробки. А вы не спросите, а лента или пины? А вы спросите, лента или пины, это важно. Что, 2 ленты, 2 пина? Да, ну, 2 ленты, 2 пина. 2 ленты, 2 пина. У вас так и пробито. 2 ленты, 2 пина. Вы чувствуете. Хорошо, спасибо, это все. У вас так и пробито. Сколько стоит бокс? 1300 потянем. Один бокс? Нет, это 4 бокса. 1300 за 4 бокса? Да. Так дешево, поехали. Блин, 4 точно бокса, 4, да? Блин, ребят. Просто это реально дешево, пиздец. Блин, я очень надеюсь, что мне попадется... пин с сердечком ЕК. Я ради него-то купила. А у нас вот тут, кстати, лежит пин с сердечком ЕК. Да? Mm-hmm. Реально? А где это? Оплата, блин, забыл эту деньги. Ну давай яблочко. Давай я дам денег. Не, у меня есть деньги. На. У вас у всех есть деньги, вы такие молодцы. Только на пароль. Богатые все. Все такие богатые. Можно поближе предложить? Это максимум. Какой код? Там, нет, подождите, я боюсь, что я сейчас не выключу. Ну, выключи звук. Как? В смысле? На ушко скажи, Егор, на ушко скажи. Все, чатик. Я просто переживаю, что мало ли он не выключится, но я выключу. Все, все, не говорим. Да, божечки. Спасибо. Такие мы это. Блин, ну как будто бы мне надо было быть за рулем, нет? Ну да. Сука. Да как Нина предложила, поменяйте. Другой раз. Егор, а тебе же можно for free. Там нет звука же? Есть. Так да, это я... весь чат пишет это. Я не знаю, о чем. Поняла, я тоже тебя спрашиваю. Ты застеснялся. Реально? Меняйтесь местами и заберите просто бокс. Ты будешь забирать, когда тебе будут говорить. А я выйду, я заберу, выйду. Так это потом. Так выдавайте дальше, Егор, чем мы тут стоим. Да. А, да. Я просто. Мы дальше едем. А, дальше едем. Егор, ты чё? Она меня узнала и так мило было. Да. Может, ты другой человек узнал? Да. Знаешь, как ты прошел, наверное? Ну давай вместе выйдем просто и. Вот, это точно твоя цель. Пойдем, пойдем. Выбираем 4 бокса Егора Крида с Егором Кридом. Ага. О, реально мои боксы. 4 готовы.
Егорик, отойди чуть-чуть левее. Все равно снимаешь. Я просто только приехал, вот интересно было твои боты. Что? Я немного в шоке. Спасибо. Ваши напитки? Да, я просто... Мы этот... Передадим? Возьмите, мне... пожалуйста, Ян. Давай, Ян. О, сюда, сюда! А всего два пина? Два пина, две ленты. И две ленты. Один пин в один бокс? Да. Да, пина, маленький. Да. Такой, такой. Вот он, вот он. Красота какая. Реально мой. Смотри, как красиво. Можно мне ее забрать? Да. Я вообще такое искала. А давай, давай, Егора. Разыграем, что мне выпало в пин. Сейчас давай разыграем его. Чатик разыграем. Какие, если выпадет реально? Не выпадет, я думаю, это очень редкий пин. Реально? Так, мне с первого раза попалось. Давай нашкодим, давай нашкодим. Сейчас нашкодим. А в чем Шкода-то? Шкода-то в чем? Нашкодить. Сейчас сейчас разыграем. Довольный. Сейчас, сейчас на шкоде. Ну что, мы будем кушать, реально? Вердятину? Так, самое важное. Держи. Подожди, кстати, можно мне для одного момента кое-что? Оп. Отъедем, да? А? Отъедем сначала. Подождите, можно мне нужен один момент? Егор, ты можешь просто сюда посмотреть? Чатик, фан-аккаунты, пожалуйста, сделайте видос. Просто смотри сейчас сюда. Давай. О! Классный бокс! Вообще рукой. Я хочу отъехать. Блин, как вкусно пахнет. Да, очень хочется съесть это. Ты просто голодный. Нет, я не голодный, я очень вкусно поел до этого. Открой, пожалуйста, окошко, Егорик, продувает. Егор болеет. Раз. Ты не пристегнутый. Она бы не пристегнутый, да? Как будто бы... Для видосов в ТикТоке реально надо вот мне сидеть за рулем. Да, да, 100%. Но можем потом... Хочешь еще раскатаемся? Другой денек снять просто. Мы можем... Так в смысле, я пристегнут, ты не пристегнут? Да, я. У меня чуть сложновато. Давай, 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 я тут можешь передать мне. Передать. Давай еще. Еще будет передача? Вся машина в Егорах Кридах. Ну да. Тут 5 его лиц. О, тут друг. А, с одной такой, с другой вот такой. Так, с одной няшкой, с другой. Так, самое важное. А можно я один один открою, пожалуйста? Один мне, один тебе, ну пожалуйста, дай мне открыть один. Подержишь я? Да, подержу. Что мне попадется в моем пине? Давай, ты первый. Какая-то шляпа. Ну да. Что тебе попало? Нереально шляпа просто. Просто йота. Покажи. Ну почему шляпа? Ну типа, а где? Ну как, а не шляпа, попалась. А просто я хотел... Смотри, что мне попалось. Давай. Да ну нахер! Я просто, я почувствовал, понял, руками почувствовал, такой, блин, отдам ей то, там точно не сердце. Давай меняемся. А что это у меня? Все, как хорошо тебе попалось с первого раза, сердечко. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, Егор, на самом деле мне выпало то же самое, что тебе. Это мой, который вот это. Можешь забирать, мне не дали две йоты. Егор, если надо яка, забирай. Нет, чтобы мне выпало. Который я забираю. Но мне, тогда ты забирай. Но мне выпало с первого раза, если что. О, вот хаки ленту я себе возьму. Ой, кайфово. Хаки лента. Есть голубая. Это был мой любимый цвет. Голубой? Да. Да вкусно пахнет. А что там внутри? Чизбургеры у всех и пирожки. Пирожок вкусный. Пирожок. Кстати, ребят, хотите шок-контент? Да. Я никогда в жизни не пробовала пирожок с мака, потому что мне всегда казалось, что это очень невкусно. Это вот как отношение к варенику у меня. А со вкусной точкой пробовала? Ой, и со вкусной точкой тоже не пробовала. Бля. Ну все, я церемонный. Хочешь сердечко, Игорь? Я на ключи повешу. А? Нет, ну это ваше, я себя выбью сам. Так неинтересно, не самого выбивать. Он очень вкусный, пирожок. Так, ребятки. Держи. Спасибо. Или мне подержи? Не-не, шучу. Можно мне похавать? Да, держи. Thank you very much. Thank you. Смотрю, что мне попадется. Так ничего не попадется, они два же и все. Понятно. Тут картошка. Я просто думал, что они в бокс кладут эти штуки. Не. Ну,
чизбургер съем. Летает гнида здесь внутри. Ух ты, как ты ее беспощадно-то. Как ты беспощадно-то ее. Приятного аппетита. Спасибо. На, Егорик. А ты не будешь есть, Егор? Я не голодный сейчас. Егорик. А у тебя есть? Да, у меня есть. Я расстроился, что мне сердечко не выпало. Да возьми мое. Чатик, мы, наверное, на такой ноте будем заканчивать. В этом же и суть. Спасибо вам большое, что смотрели сегодня наши стримы. Нам было очень приятно с вами провести время, да, да, ребят? Угу. Спасибо вам большое, милашки. Реально. Ждите следующих стримов. Спасибо большое вам. Жалко, что мы, конечно, не показали полностью готовку. И ее сегодня было мало, но ничего. Все, мы побежали. Ой, как всем пока. Пока.